50 оттенков способов зайти на видеожиру. Глаза покатывают. Больше смага, чем сами снега. Больше рэпа, чем России рэпа. Короче, ребят, мы пару минут назад проснулись. Что? Наска. Что дать? Наска. Наска. Ты что, наркоман? Будет твой носок. Короче, ребят, мы сейчас хотим как-то попасть на видеожиру. У нас нет денег, и попытаемся как-то перелезть забор, и все, и мы там. И попасть на лаунж-зону к блогерам. Перелезть. Перелисты. Давай быстро. И двали сюда, встань ты, и все. Затинчи, дай его бежим. А-а. Ты сюда. Да давай иди сюда. Я тебя ждал. Мне похуй, я не местный. Видео жара. Можете деньги платить, Олег. Короче, ребят, у нас было два способа залаза на видеожиру. Один через крышу, второй через дырку в заборе. Но и не той способ у нас не вышел. Все пошло по пизде. Когда мы перелезали через дырку в заборе, мы типа такие, о, нас никто не спалил, всем было насрать. Мы только пошли вперед и такие думаем, о, сейчас все будет круто, сейчас будем веселиться, сейчас все. Мы такие радостные, идем летящей походкой. Вперед. Осмотрим, а там вторые охранники возле забора проверяют браслетики сканером. И мы такие, блядь. Второй способ у нас был перелезть через крышу. Но он тоже чуть-чуть пошел по пизде. Ну да. Короче, смотрите. Как вы поняли, второй способ тоже у нас не очень вышел. И мы уже решили ехать домой на метро. Но когда мы начали выходить с арт-завода, мы заметили, что возле нас шли две девочки. И мы их, короче, спросили, вы с видеожиры? Они отвечают, да. И мы такие, а дадите нам браслетики? Они такие, типа, ну на. Мы такие, ура. И вот так мы попали на видеожиру. Добрый вечер, здравствуйте. Мазафака ты тут, блядь. Ну прикол в том, что мы уже попали в видеожиру, когда уже все уходили и блогеры поразъезжались. И самое интересное, что успел сфотографироваться с печенькой, где-то тут будет фотография и ссылка на мой инстаграм в описании. Сейчас я покажу пару кадров из видеожиры, а дальше будет один момент, который я снимал месяц назад, как мы разъебали Жигуль. Да. А кто ты? Что? Что ты?
хто ще є? Чоткий пан. А хто є? А там пока вот очередя на других блогеров. Вот на экране есть расписание. Пошли. Берегись. Чёткий пац. Вы видели кого-то нормального? В смысле, Брейн Дит проходил там. Да это хуйня. Едем на видео жиру. Хуяк. Эй. Эй, малыш, хочешь прокатить? Угу. Как хочешь. Продемонстрируем, как наш друг паркует машину в гараже. Нигасы со мной, твои нигасы, стой, твои нигасы, постой, твои нигасы, не нигасы, мои опасные, всех стволы с собой, мой дрэм, пускай.